В нашем хостеле, друзья, происходили абсолютно разные вещи. Приезжали абсолютно разные люди с разных стран, с разных республик бывшего Советского Союза. Но сегодня произойдет из ряд вон выходящее событие. Сегодня из Японии приезжает моя бывшая жена. Ее надо встретить, чтобы она до хрена не выпендривалась. Если, короче говоря, после приготовленного мною сказочного ланча она будет выпендреживаться. Но вы сами понимаете. Все готово, короче. Нет, самое интересное, я забыл сказать, самое интересное, что я ее решил поселить в логово шамана. Короче, она будет на моем месте спать. Все, я уже переживаю. Даже Наташа Королева уже играет. Скоро появится Оля. Но вообще, если даже не брать тот фактор, что мы с ней вместе с Крыма, то за совместно прожитые годы, которые мы с Олей прожили, я ее искренне и по-честному люблю и уважаю. Поэтому очень буду рад в очередной раз увидеть и по-человечески тепло встретить. Да, и забыл сказать, к ее встрече я подготовился основательно. Главное, вот сзади меня это театр Линком. Главное, чтобы она свои роли не переигрывала. Ну а вообще она творческая личность, молодая, красивая, мисс Алушта 97 года, конкурс побеждала в Крыму. Поет, танцует, красиво рисует. Творческая девушка. И очень, очень глубокая, интересная. Чуть попозже вы сами это все увидите. И в моей жизни она дарила очень много приятных моментов, которые я всегда буду в своей душе помнить, и за что и благодарен в свою очередь. В Италии. С мамой вы в прошлых сериях уже знакомы. Сестра с мужем живет в Алуште. Вы тоже Андрея с Аленой уже прекрасно знаете. Вот. Сама же Оля сейчас живет в Японии с Денисом. Дениса я считаю своим сыном. И с маленьким Юратом. Прекрасные люди, очень интересные. Ну, сами понимаете, каждый по-своему интересен. Мы же не можем быть все одинаковыми в этой жизни. Так же, как и снежинки не бывают одинаковыми. Ну, конечно, вы одинаковых людей встречали. Ну, вот мы и в Домодедово. Осталось только Олю найти. За деньги сейчас проверяли. Да только я, не снимай. Да я бы тебя сам бы остановил. Да, вообще все взял. Все, давай, двигайся в ту сторону. Мне маленький надо это достать.
И что бы мне ни говорили, я поверила тебе одному. Дорогие друзья, этот сумасшедший человек все-таки вернулся. С тобой вдвоем я расскажу тебе, плачу в тишине моя. Как будто маятник смолкает, дело я не так. А теплый ветер нас ласкает, улетает и зовет за тобой. И теперь чуть-чуть помаши, чуть-чуть. Слушай, расскажи, пожалуйста, как... Нет, слушай, сейчас не надо вот это с такой рожей, я не спала сутки, ты меня сейчас будешь снимать и... Но все равно... Ну как ты кофту забыла, я не могу понять. Я забыла, да. Ну как ты могла кофту? Я говорю, как ты кофту могла забыть? Ты приехала в Сибирь, в тайгу. Как ты кофту могла? Ну я взяла без рукавку, а кофту забыла. Оля, тебя прошу, возвращайся обратно. Вот, Жириновки. Он у нас в Крыму на каждом шагу Жириновки. Ему Путин сказал, не надо грязи в этот рождать детей без мозгов. Слышишь? Ты ржешь? Оль, ну чуть-чуть флагом помаши еще и все. Флагом? Нет, да. Флагом не надо. Ну я не хочу внимания. Хорошо. Да выключи. Никто же не машет, я буду стоять. Ну я хочу на это. В Японии я бы помахала. А он взял, нашел французский. Не поднимай. Не поднимай, это может бабки... Нет, украинский 10 копеек можно поднять. В аэропорту 10 копеек. Не надо. Я тебе дарю. Не надо. Почему? Нельзя, потому что бабки энергию плохую в них могут закладывать. Да? Пока не проедешь все эти самые миграционные. Ты же не на меня поворачивай. Ну, нормально. Ну, вот такие пироги, друзья. Она, конечно, хоть и вредная, но с приездом. Сейчас подойдут люди за это, еще штрафуют. Да, 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 я тебе сразу оштрафую. Это алкогольная? Я сразу оштрафую. А? Это чисто вишневый сидр. Это по-любому... сок. Покажи, я процедую. Ну, сок. Ну, дай посмотрю. Ну, сок. Пить не буду. Ну, сок. Попробуй. Дай посмотрю. Не, глоточек попробуй. Да не буду. Да, если не понравится, поставишь. Если не понравится, поставишь. Что? За столе не буду. Если не понравится, поставишь. Олеся, чай. Дай я посмотрю. Вижу уже 4,7% алкоголиков в пиве. А у меня, друзья, чай. Я его, кстати, прям сейчас заваривал. Я чай привезла тебе. Я думала, заберу. Знаешь, может, наркотики. Точно? Да. Ну все, ну давай с приездом. Давай. Сколько это будет уже баланс? За матушку России. Ну все, теперь можешь хомячить, конечно. Не страшно. Соли мне мало. Рабы и Камчатского притащил. Шоколад швейцарский. Она еще недовольна пизяновой, но ты посмотри. А нет, free Wi-Fi он написал. Чекай. Близко не надо. Нормально, чек. Солнышко как раз и. Давай, садись. Ты меня снимаешь элементарно? Да. Близко сильно не снимай. Хорошо. Да я кружку вообще-то хотела, а не тебя, а лучше. Может, мне даже если вот на опыт сколько это будет. Слышь. Так я хотел сумку. Вот на сумке даже такая штучка, флаг есть, да? Да, я по Японии с ним хожу. Обязательно. Ты все-таки. Душонка-то патриотическая. Сказала близко.
ты что-то снимаешь? Я на сука говорю, если снимаешь. Идет похож на этого, слышишь? Да, кого? На Чикен Макнагина. На Ваню. Помнишь, который жил с нами в Полурядинках? Не Ваня, а как его? Ваня, да? Леша. Леша. Ты что, Лешу забыла? А ты не пишешь им ВКонтакте? Ой, в этом, в Одноклассниках. Не, не Леша. Леша, Леша. А, или Леша. Наташа, Леша. Кстати говоря, они тоже смотрят мой канал. Передай привет. Наташа, Леша. Наташа, Леш, привет. Оля, короче, снова в Москву приехала. Это сейчас вам привет в Полурядинке. Серьезно. А она, он в Полурядинках? Полурядинках, конечно. И с ней? Ну, конечно. Да ладно. А тут сейчас, мы в центре просто живем, тут сейчас две станции, и ты будешь в центре гулять. Не, в центре я курить не смогу. Здесь вокзал, здесь можно здесь покурить. Ну, я тебе говорю, Кузькин на маленький. Женщина в куртке. Левее. В трансе. Я в транс впадаю. Бляха, метро, мама. Ну, знаешь, как сказать? Ты что, ненормальный? Я не про Лебедева. А про кого? Про, помнишь? Нет, убери видео. Помнишь, такой был? Ой, как его звать? Леша, Ваня, Ваня. А, ты Лебедевым привет передавала? Тихо, подожди, да. Привет, ни к чему тебе. Ты видишь, каждый день тебе ни к чему. У меня тоже, я сейчас не какулька. Вот, вот этот район. Все фоткаются на этом, вот на этом месте, на фоне этих домов. Ну, вот такую хоть раз вы задаваку видели в своей жизни? Вот. Познакомьтесь, пожалуйста. Я вам сразу говорил, она рано или поздно она в Москву приедет. Но это очаровательный ребенок, понимаете? Смотри, вот этот велосипед, иди сюда. Что это, флаг Крыма, что ли? Чей это велосипед? Что это, на флаг Крыма, на ты посмотри. Флаг Евросоюза. Я думала, здесь это не Евросоюз. Это посольство Словении. Это нормально, да? Бля, в Америке, в негритянском квартале. Красные глаза. Все. Мы готовы идти в театр. Глаза красные, нос красный. Ну, давай. Вниз.
Не, на светофор. Смотри, в Москве уже Wi-Fi свободный. Вот это в Тбилиси так, по всему городу Wi-Fi свободный. И уже в Москве это сделали. У меня нет Wi-Fi. Как вот. Я не знаю, для кого этот Wi-Fi, это как картинка, чтобы сфотографироваться. Я Wi-Fi. Расскажу. Не, выключи, расскажи. Что она патриотка. А тут написано всю катушку Украина. Она фу! Это был Жириновский. Фестиваля «Круг света». Скоро будут сказочные вечерние подсветки в Москве. Театр находится совсем рядом с большим.
Так, Оля еще Владимира Владимировича не встретила, но она хочет его очень сильно увидеть, да? Скоро увидит. Он в Крыму без конца у нас. Постоянно в Крыму. Владимир Владимирович, вы почему в Крыму с Олей не поздоровались? Когда я в Крыму, его там нет. Передай привет. Кому? Путин? Ну да. Предсознание Путина. Я говорю, я его, если увижу, сознание потеряю. Короче говоря, поэтому старайся этот самый видеть его только по телевизору. Снимаешь? Все, дорогие друзья, мы пришли в театр. Я лучше фотографии не Программочка 50 рублей, пожалуйста, налево. Налево, да? Вот эти, наверное, места. 9-10. Ты представляешь, какие на места вызвала в середине? Четвертый ряд, 10-е место. Шикарно. Мы прямо перед самой сценой. Что мы будем смотреть? Смотреть мы будем пиковую даму. Пиковую даму. Телефон выключен? Бери вот этот. Хорошо, подожди, я закрою. Потом не говорили, а то скажут, короче говоря, этот самый не любил, не кормил он свою бывшую жену. Наверное, короче, зуб на нее заточил. Импотент, что ли. Потом ты будешь вываливать на всю катушку. У меня такие фильмы. У меня такие фильмы, Оля. У меня такие фильмы, я серьезно говорю.